Но сейчас в нашей студии появится человек, который, ну, не ребенок уже, наверное, давно, но в любом случае мы и ей в том числе желаем здоровья, так же, как и каждому нашему телезрителю. А еще маленький такой аванс, чтобы все заинтересовались еще больше. Этот человек просто огромное количество премий в ближайшее время получит. Зовут нашу гостью Виктория Головко, заведующая отделом политики областной газеты «Молот». Наша коллега Вика, доброе утро. Доброе. Доброе утро, Виктория. Геннадий, Ирина. Да, спасибо. Да, давайте начнем сразу же с одной из премий. Дело в том, что, насколько мы знаем, есть такой конкурс, называется «Поколение С», и вы стали одним из победителей этого конкурса. Вот давайте о конкурсе и о том, что привело к победе. Ну, мне действительно очень приятно, что я вошла в число 13 победителей 6-го всероссийского конкурса среди журналистов. Называется он «Поколение С». Вот такую вот статуэточку получила. Чуть выше нам не видно. Какая красота. Ляпота. Да, собственно, и символизирует название конкурса. Мне, конечно, приятно, что конкурс всероссийский. Проводился он в прошлом году в 6-й раз. Ну вот уже на протяжении 2 последних лет является всероссийским. Поступают работы, ну вот в этот раз поступили работы из 12 регионов. Причем организаторы на церемонии нам сказали, что в 19 году, когда конкурс впервые стал всероссийским, ну как-то еще мало кто из других городов и весей об этом знал, поэтому все-таки состязались в основном журналисты донские. А в прошлом году было очень много работ из других городов, причем очень далеких, Екатеринбург, Новосибирск. То есть конкурс стал сложным. И, с одной стороны, приятно. Ну, знаете, конечно, вдвойне приятно быть лауреатом всероссийского конкурса. Но, с другой стороны, сложно. Вика, а что нужно было сделать в рамках конкурса? Написать сочинение, эссе, я не знаю. Съездить, снять какую-нибудь сюжет. Рассказать о том, как ты провел новогодние каникулы. Ну да, слава богу, не нужно было, я не знаю, садиться на шпагат или стоять на голове. Но мне этот конкурс нравится своей идеологией. Просто сам по себе. Значит, принимались публикации о социальном предпринимательстве, то есть о бизнесе с таким человеческим лицом, социально ориентированным, который как-то помогает государству в решении социальных проблем. Вот. И хотя я не работаю в отделе экономики, но вот мне это близко, и каждый раз, когда на жизненном пути что-то такое встречалось, бизнес, который помогает, ну, людям с ограниченными возможностями здоровья, в их трудоустройстве, в трудоустройстве выпускников детских домов, как-то способствует сохранению экологии. Вот, да, кстати, мне приятно, что оценили мой текст тоже о таком хорошем, добром донском проекте. Это первое в Ростове экскурсионное бюро «Доступный инсайт», нацеленное прежде всего вот на людей с ограниченными возможностями здоровья. Они организуют экскурсии для инвалидов-опорников и для людей незрячих и слабовидящих. И готовят гидов даже, гидов, двух девушек-колясочников, колясочниц готовят гидами. Вика, потрясающая, действительно интересная тема. Спасибо большое, что вы ее освещали. Ну и, конечно, поздравляем вас с этой наградой. Ну, мы знаем, что сегодня, 13 января, в день российской печати, вы номинированы еще на одну какую-то премию. Слушайте, мне как-то неудобно, я себя нахваливаю, но... Ну, мы вас нахвалили, но... Давайте мы нахвалим. Мы еще пока не знаем, Виктория, да, Виктория номинирована на премию, какую, как она называется? Вот премию губернатора. Вот я же говорю, Виктория, да, все знает. Как один из лучших журналистов Ростовской области. Я так скажу, я как знаю, вот как оно звучит в моей голове, так и звучит. Вика, мы вас поздравляем с этим вот событием, потому что я считаю, что если вы номинированы, то однозначно, сегодня вот вас и наградят. Ну, правильно же я понимаю? Ну, все, что я знаю, что меня номинировали от Донского парламента, и мне это очень приятно, как какое-то, знаете, профессиональное признание, потому что действительно отслеживать законодательные инициативы, вот любые решения законодательные, наши региональные, какие-то новации, идеи, обмен мнениями, новизну или отказ от этой новизны – это моя прямая обязанность. Вот, и я действительно старалась выслушивать разные мнения, и в газете «Молот», вот, спасибо редактору нашему Каролине Стрельцовой, как-то мне давали зеленый свет. Не зажимали как-то, не
сокращали мои тексты, и у меня была возможность доносить до людей, ну, какие-то новые веяния, идеи, мысли, касающиеся законодательства. И я старалась это делать максимально доступным, потому что, ну, чтобы это... Порой кажется, что законодательство – это какая-то далекая, странная, сложная и вообще непонятная тема, а на самом деле законы – это то, что регулирует нашу каждодневную жизнь. Мне хотелось сделать эту тему максимально доступной и понятной. Ну, надеюсь, что это удалось. Кстати, вот о законах сейчас сижу и переживаю, что назвал премию, а правильно ли я назвал. Ну, в общем, сейчас буду реабилитироваться. Правильно назову праздник, День российской печати. И, Вик, мы, кстати, не поздравили. Поздравляем с профессиональным праздником, с Днем российской печати. Я поздравляю тоже, друзья, потому что это общий наш праздник. С удовольствием смотрю утро. Вы вносите большой вклад вот в нашу донскую нелегкую работу журналистов. Спасибо вам большое.